Главный тренер команды «Миллион Рос» Михаил Галайдич. Миш, сейчас чуть не оговорился, хотел сказать «Миллион Алых Рос». Вот раскрой тайну, связано ли как-то это со знаменитой песней Аллы Пугачевой? Вообще вот про название. Я еще, кстати, видел у ваших игроков на спине хэштег стоит «Цветочник Серго». Расскажи, пожалуйста, всем очень интересно эта история. Ну, у нас команда называется «Миллион Рос». К этой песне не имеет никакого отношения совсем. У нас как бы наш спонсор занимается цветами, одна из как бы крупных таких цветочных складов и магазинов Питера. Они, ну, спонсируют команду. Серго его зовут? Ну да, Серго, который у нас капитан команды, он как бы занимается этим всем. И цветочник Серго — это его хэштег, он ведет видеоблог в Инстаграме и в Ютубе. И это его реклама, так скажем, небольшая. Это Сергей Гукасов, да, самый эмоциональный игрок вашей команды. К сожалению, красную карточку получил. Ну вот, видимо, эмоции его переполняют, переживает за результат. Тогда давай перейдем к игре. Видно, что у вас молодая, обученная команда. Как так получилось, что быстрые голы пропустили? 4-0 в первом тайме вообще неожиданностью стало для нас. Я считаю, счет не по игре. Там 4 момента у них было, они 4 забили. В принципе, там такие моменты, полумоменты. Там не доработали, там не доиграли, там и мяча, там потеряли. Где-то, может, концентрации не хватило, у них хороший нападающий, который, в принципе, реализовал все эти моменты. И нам было немножко тяжело отыграться, они потом сели сзади уже, и нам было тяжело. Хотя я считаю, что мы второй тайм провели очень хорошо, моменты были, нужно забивать, пенальти не забили. Если, ну, если мы хотя бы в первом тайме 1-2 забили, думаю, мы смогли спасти эту игру. Так вообще я смотрел, что Сергей Гукасов давал установку в перерыве. То есть ты такие функции ему разрешаешь, да, чтобы он, так сказать, своих партнеров на подвиг, так сказать, вдохновлял, да? Я так понимаю, потому что под капитанской повязкой играл другой игрок, да? Все-таки, кто все-таки капитан команды? У нас капитан Сергей, но то, что у него, получается, была небольшая травма после вчерашней игры, и решили дать ему немножко ползнуть, а потом по игре уже выпускали. Он установку давал в перерыве, но хотел завести эмоционально ребят. Я более поспокойнее, он более поэмоциональнее. И где-то он взял на себя ответственность. Он как у нас играющий тренер еще, заявлен как официальный представитель. Он взял на себя ответственность, дал установку. Я думаю, ребятам это помогло. Он завел команду, команда играла хорошо во втором тайме. Претензий во втором тайме вообще никому нет, все молодцы. Старались, бились, жалко не забили. Если бы забили 1-2 мяча, думаю, нам очень, ну, легче было бы намного. И мы спасли бы эту игру точно, 100%. С коллегами считали перед матчем количество московских и питерских команд. Насчитали 10 московских и 10 питерских. Вот так вот интересно. Скажи, пожалуйста, для вас, как для команды из Санкт-Петербурга, да, из северной столицы, матчи против Москвы имеют особый подтекст? Нам интересно сыграть со всеми командами сильными. Мы сейчас играем не в самом сильном дивизионе Санкт-Петербурга. Мы там на первом месте идем. И нам интересно играть с более сильными командами. И это новый опыт для нас. Ну, я считаю, что мы сюда приехали не просто так приехать, посмотреть. А у нас задача максимальная ставится. Хотим выходить, играть, побеждать и проходить как можно дальше. Московские команды, ну, хорошие команды, опытные ребята играют. Но я считаю, что с каждой командой можно играть. У нас ребята молодые, желания у всех хоть добавляй. Они, ну, не просто сюда приехали погулять. Ну, они тоже как бы имеют какую-то мотивацию играть, побеждать. Может, кого-то даже ребят заметят. Они, в принципе, еще все, ну, не скажут, что кто-то закончил. Все ребята в самом соку, можно брать спокойно. Они готовы, думаю, играть на более высоком уровне. Да, Миш, могу сказать, в свою очередь, что у вас очень хорошая команда, действительно, здорово играете. Хочу пожелать удачи в дальнейшем в турнире, чтобы как можно дольше здесь задержались, не погуляли, как ты говоришь, да, а чтобы вот именно, да, решали серьезные задачи. В любом случае, вам успеха и приезжайте, всегда рады вас видеть. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.